Всем привет! Сегодня новая интересная подборка электроники из Китая, которая обязательно вам пригодится. T-Swatch 2 – это умные смарт-часы. Они поддерживают несколько спортивных режимов, а также включают в себя различные практические инструменты и функции, как Siri, микрофон, динамик, калькулятор, диктофон, таймер обратного отсчета, секундомер и так далее. Причем вы можете использовать большинство из этих функций без необходимости в подключении к телефону, что, конечно же, очень удобно для спортивной жизни. Работает аппарат по технологии Bluetooth 4.1. Имеет защиту IP65, то есть они водонепроницаемы. Поднимите руку или переверните запястье, и экран активируется. Опустите руку вниз, и экран будет выключен. Цена данных часов 8820 рублей. Nitecore TM26 GT – это светодиодный фонарик с технологией кристального покрытия, дополнительно расширяющий возможности луча до невероятных 704 метров. Четыре светодиода высокой эффективности производят максимальную яркость до 3500 люмен. Цена 9410 рублей. Micro-USB Type-C адаптер в количестве 3 штук. Они очень миниатюрные, буквально все, что в них есть, это вход и выход на соответствующие разъемы. Притом вход Micro-USB, а выход Type-C. Цена 110 рублей. Модель Xiaomi Mi Note 2 работает под управлением Android 6. Основана на быстрой платформе Qualcomm Snapdragon 821. Оборудована Full HD экраном OLED с диагональю 5,7 дюймов. Оперативной памяти есть 4 ГБ, а встроено 64, или же наоборот 6 ГБ оперативной, а встроенной 128, поэтому можно выбрать подходящий для себя вариант. Также есть поддержка двух сим-карт формата Nano SIM и сети 4-го поколения. Из приятных особенностей телефон оборудован портом USB Type-C, также датчиком отпечатка пальцев и есть NFC модуль. Кроме того, устройство интересно дизайном корпуса, изготовлено из стекла и металла. Смартфон оборудован фронтальной камерой с сенсором 8,3 мегапикселя и основной камерой с максимальным разрешением получаемых фотографий в формате 4:3. С разрешением 5488 на 4112 пикселей, что соответственно 22,6 мегапикселя. Цена 17 650 рублей. Камера iPhone Explosion представляет собой небольшую черную коробочку, немного превышающую размеры спичечного коробка. Главным аксессуаром является водонепроницаемый бокс. Именно благодаря ему камера становится недосягаемой для внешних воздействий в виде дождя, а также пыли или же песка. Качественная съемка в разрешении 2.7К с частотой кадров 30 fps. Также можно снимать в разрешении Full HD с частотой кадров 60 fps, или же просто разрешение HD с частотой кадров 120 fps. Камера может также похвастаться неплохим объективом с углом обзора 170 градусов и хорошей светочувствительностью, что позволяет делать качественные фотоснимки. Цена 1650 рублей. Lenovo Tab – это планшет, построен на платформе Qualcomm Snapdragon 625. Имеет 8-мегапиксельную основную камеру и 5 мегапикселей фронтальную камеру, а также разрешение экрана 1920 на 1200 пикселей при диагонали 8 дюймов. Модель с USB Type-C разъемом, сканером отпечатка пальцев и поддержкой FM-радио. Емкость аккумулятора в данном планшете 4850 мАч. Работает устройство на ОС Android 7.0, цена 14 705 рублей. Игровая оптическая мышь X3 с светодиодной подсветкой и качественным дизайном. Идеально подходит для любых рабочих и игровых мест, особенно в ночное время. Эргономический дизайн соответствует вашей ладони, чтобы в максимальной возможной степени дать лучшие ощущения. Для работы мышки достаточно просто подключить ее к компьютеру или же ноутбуку. Цена 250 рублей. Бесконтактный цифровой термометр Xiaomi Mi Home iHead. Он использует батарейки размера 3А. Корпус изготовлен из белого матового пластика со стеклянной фронтальной поверхностью. Кнопка включения находится прямо под большим пальцем. Над ней под полупрозрачным стеклом прячется светодиодное табло. Данный термометр работает отлично и температуру меряет очень точно. Цена 1530 рублей. Многофункциональное зеркало-будильник Finish.
Это многофункциональный будильник также может быть использован в качестве косметического зеркала, а также ночника и цифрового термометра. Конструкция у него в виде гладкого шестиугольника с зеркальной поверхностью, так что он отлично впишется в практически любой дизайн интерьера. Встроен аккумулятор емкостью 500 мАч, цена 915 рублей. Замечательная компания Xiaomi выпустила еще один новый продукт, так называемую смарт-лампу. Это уже второе сотрудничество с компанией Philips, и это имеет свои плоды. Смарт-лампа не вызывает усталости глаз, яркость можно регулировать согласно с вашими потребностями. Эта лампа к тому же может легко работать в паре с Mi Home App и поддерживает смартфоны, работающие на Android и iOS. Цена 2700 рублей. А теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале.